Добрый вечер. Сегодня пятница и в эфире программа «Взгляд» с Натальей Бакуловой. Тема нашей сегодняшней передачи – ситуация на оккупированных территориях Грузии. Схимвальский регион и Абхазия – два региона, без которых немыслимы суверенитет и территориальная целостность Грузии. Уже почти три года единственной площадкой, на которой представители Тбилиси и Москвы садятся за стол переговоров, являются женевские дискуссии. Впервые за эти три года главной темой переговоров стало не подписание соглашения о неприменении силы, и впервые за три года сопредседатели констатировали, что ситуация на оккупированных территориях Грузии имеет тенденцию к эскалации. Итак, тема, которая отодвинула на второй план вопрос подписания документа о неприменении силы. В течение 8 часов за закрытыми дверями в Женеве стороны обсуждали возросшую за последнее время террористическую активность. Грузинская делегация представила доказательства причастности российских спецслужб к организации терактов на территории нашей страны. Делегации России, в свою очередь, заявили о наличии шпиономании во власти Грузии. Чем обусловлены такие заявления российских политиков? На этот вопрос в нашем эфире ответит заместитель министра иностранных дел России, глава российской делегации на женевских переговорах Григорий Карасин. Добрый вечер, Григорий Борисович. Итак, угроза террористических актов, запланированных российскими спецслужбами на оккупированных территориях Грузии. Чем вы можете опровергнуть обвинения и факты, представленные грузинской стороной? Прямые обвинения в диверсионных террористических действиях звучат и в адрес грузинской стороны, в адрес официальных грузинских структур и спецслужб. Представитель Абхазии сказал, что за последние три месяца 12 раз были зафиксированы вылазки диверсионных групп в Грузии на территорию Гальского района, в результате чего пострадали люди, были похищены несколько человек. Но в том, что касается тех обвинений, которые были озвучены господином Бакери, ну, они вызывают серьезные вопросы, но тем не менее, как ответственная страна, мы разберемся в этих обвинениях, мы посмотрим, насколько они серьезны, и соответствующие комментарии дадим. Это слишком серьезная вещь, чтобы просто игнорировать. Речь идет об обвинении государства, о его престиже, поэтому мы будем относиться к этому очень серьезно. Надеемся, что и другие участники женевских переговоров тоже серьезно отнесутся к тем претензиям, к тем обвинениям, которые прозвучали на сегодняшней встрече. Но вместе с тем, несмотря на вот эти вот острые вещи, мы констатировали, что все-таки мы расходимся на летние месяцы с чувством надежды, что эти месяцы будут стабильными, что они не приведут к новым жертвам, что люди смогут по-прежнему спокойно передвигаться через границу Грузии, Южной Осетии, Грузии, Абхазии, что задышат спокойнее и увереннее в собственном завтрашнем дне. Вот, обсуждались некоторые другие вопросы, связанные и с участием международных организаций, с мандатами этих международных организаций. Это очень такая специфическая материя, но тем не менее она важна для того, чтобы дискуссии приносили конкретный результат. Удалось договориться в определенных вещах. Ну, в общем, обычная рабочая сессия. Хорошо, если Грузия виновата, как вы говорите, каковы цели властей страны? Дестабилизация в собственной стране? В это сложно поверить. Вопрос заключается в том, что слишком велико искушение все беды внутренние и внешние Грузии просто огульно списать на то, что это происки Москвы, ее спецслужб, ее политиков, ее дипломатов. Насколько это ответственно, вопрос открытый. Мы внимательно посмотрим на то, что звучало, на те бумаги, которые мне показали, и найдем способ соответствующим образом откомментировать их и дать ответ. Не будем предугадывать, но объективно все складывается так, как будто это нужно для того, чтобы оправдать те внутренние проблемы, которые
существует Грузия. За последние 3 месяца резко обострилась и ситуация в Цхинвальском направлении. Участились факты задержания граждан Грузии при пересечении линии оккупации. Как можно решить эту проблему? Пока, с учетом того, что мы всегда наталкиваемся на статусные вопросы, мы должны содействовать тому, чтобы повседневно 500-600 человек могло переходить, как это сейчас происходит, спокойно, беспрепятственно, не переживая за то, что их не пустят обратно или не пустят туда. Сейчас сама жизнь подсказывает, и люди переходят спокойно. В некоторых случаях утром в одном направлении, вечером возвращаются обратно. Пусть это остается до тех пор, пока мы не сможем как-то формализовать вот эти вот контакты. Потому что самое простое – это взять и прекратить передвижение людей. Это значит, это неминуемо приведет к новому обострению. Над этим тоже сегодня обсуждали, думали совместно. Но когда мы говорим о мерах по укреплению доверия, мне кажется, за почти 3 года работы женевских дискуссий главный формат укрепления доверия – это проведение самих женевских дискуссий. Потому что здесь мы можем спокойно, не под камеру, не публично обсуждать эти вещи принципиально, иногда резко, но привычка говорить откровенно и резко – это не самая плохая привычка. Сопредседатели женевских переговоров признали, что ситуация на оккупированных территориях склонна к ухудшению. Как вы думаете, эти дискуссии достаточно сильный механизм для того, чтобы решать такие серьезные проблемы? Женевский процесс пока еще далеко не исчерпал всех своих потенциалов, понимаете? Потому что первые 1,5 года ушли на то, чтобы люди смогли спокойно сидеть и смотреть друг другу в глаза. Я имею в виду Юго-Осетин, Абхазов и представителей Грузии. Сейчас, по-моему, эти навыки появились. Люди спокойно, более или менее спокойно, обсуждают вопросы. Дело не кончается просто политической перепалкой. Обсуждается конкретная логистика. Это хорошо. И мой последний вопрос. После смерти Сергея Багапша, что, на ваш взгляд, может измениться в Абхазии? Я имею в виду чисто политический аспект. Абсолютное большинство экспертов считают, что Абхазию возглавит ставленник Кремля. Нет, я, во-первых, хочу сказать, что сегодня, это очень хороший знак, сегодня большинство участников женевских дискуссий, в том числе представители Грузии, выразили соболезнования абхазам в связи с кончиной их президента Сергея Васильевича Багапша. И это очень хороший, здоровый знак. В том, что касается политики Абхазии, то по основным вопросам я убежден, те основы, которые были Багапшем заложены в годы его президентства, они останутся незыблемыми, но, конечно, какие-то новые моменты, связанные с личностью нового руководителя, появятся, естественно, вполне. Но все мы будем помнить Сергея Васильевича Багапша как человека незаурядного, спокойного, надежного. И он много сделал для того, чтобы в Абхазии установилась спокойная, предсказуемая жизнь. Все-таки кто, на ваш взгляд, будет преемником? Сложно сказать. Это надо спрашивать у, видимо, предсказателей и колдунов. Вот, сказать сложно. Впереди 3 месяца подготовки к выборам, ну а там решит абхазский электорат. Спасибо, господин Карасин. Хоть вы предельно дипломатичны, вы один из немногих политиков России, которые соглашаются отвечать даже на самые острые вопросы грузинских журналистов. Спасибо. Однако, хоть Григорий Карасин и открыт для журналистов, он предельно, скажем так, дипломатично жесток в своих заявлениях. Второе лицо российского МИДа фактически обвиняет вторых лиц Грузии в дестабилизации обстановки в собственной стране. И это на том фоне, что грузинское МВД представило доказательства причастности российских спецслужб к терактам, которые планировались на оккупированных территориях, должны были осуществиться в Грузии. Что Тбилиси может противопоставить обвинениям Москвы? Правду и ничего, кроме правды. Мы пытались допустить такую слабую возможность, что это были группы
которые действовали либо изолированно, и поэтому мы, как бы это было невероятно, на прошлом раунде попытались сотрудничать с Российской Федерацией, несмотря на все проблемы, которые есть в наших отношениях, оккупацию и так далее. Мы передали им все материалы по этому поводу. После этого была реакция и коммуникация на высшем уровне. Так что после всего этого, после того, что как мы не получили никакого ответа на все наши запросы, и после того, как, что самое важное и самое опасное и трагичное, продолжение и более интенсификации попыток террористических актов, не остается никакой возможности даже предполагать, что это не есть официальная политика Российской Федерации спонсировать террористические акты. И это делает практически невозможным дискуссию со стороной, которая параллельно с дискуссией ведет террористическую активность. И в том числе это делает почти невозможным дискуссию на женевском уровне. Мы никак не рады этому. Это очень проблематичная реальность, но мы не можем закрывать глаза на эту реальность. Если Россия не прекратит эту активность, потеряет смысл говорить о каком-то диалоге с ней. Естественно, женевский формат важен для нас, чтобы иметь возможность иметь дискуссию, даже если нет таких очевидных результатов по фундаментальным вопросам, что само собой проблема. Но когда мы видим реальность, что главная сторона дискуссии, Российская Федерация, параллельно активизирует террористическую деятельность, абсолютно невозможно иметь нормальную дискуссию. Поэтому женевские дискуссии сами по собой не ценны. Ценно то, что происходит on the ground, как что происходит в Грузии, на оккупированных территориях. Если там продолжается террористическая деятельность, а здесь какой-то спектакль со стороны наших российских коллег, к сожалению, естественно, я не вижу будущего на этом этапе для таких дискуссий. Сам подход и сама такая негативная политика с российской стороны в дальнейшем, я думаю, что будет тормозить конструктивному диалогу в женевском переговорном процессе. Ну, мы надеемся, что сам формат переговорного процесса она должна продолжаться, потому что это один из главных форматов международных, в котором мы имеем возможность именно с российской стороной обсуждать те самые наболевшие вопросы, которые актуальны для грузинской стороны. Впервые за 3 года в грузинской делегации признали, что Женевский процесс может зайти в тупик. И эту позицию, если не прямо, то косвенно поддержали и международные посредники переговоров. Интересное заявление, касающееся чисто финансовой стороны вопроса, сделал один из сопредседателей дискуссии. Антти Турунен заявил, что ООН наконец-то приняло решение о продолжении финансирования Женевского процесса. Получается, что если бы это решение не было принято, переговоры по безопасности на Кавказе были бы свернуты. Я хочу озвучить информацию, которая до сих пор была закрытой. На днях в Нью-Йорке было принято решение о продолжении финансирования женевских переговоров. Это, в свою очередь, означает, что мы сможем продолжить работу. Благодаря решению ООН материальная цена вопроса решена. Теперь дело за конструктивностью сторон. Могут ли женевские дискуссии превратиться в переговоры для переговоров, или все-таки это встречи, рассчитанные на конкретный, а точнее конечный результат – деоккупации Грузии? На этот вопрос в нашем эфире ответит участник Женевского процесса, глава администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев. Добрый вечер, Дмитрий Иванович. В Женеве завершился очередной 16-й по счету раунд женевских дискуссий. В принципе, у нас нет ощутимых результатов. Как вы думаете, Женевский процесс как таковой в долгосрочной перспективе может привести к ожидаемому итогу, то есть к деоккупации Грузии? Ну, я считаю, что женевские переговоры, то, что сегодня они уже есть, и они работают, это уже хороший результат, потому что это площадка, где мы сегодня обсуждаем те вопросы, которые у нас возникают в ходе сегодняшней ситуации, с развитием сегодняшних ситуаций. В первую очередь, то, что ощутимым результатом достижения женевских дискуссий, это, в первую очередь, создание механизмов, в которых сегодня мы по горячей линии уже рассматриваем вопросы незаконного задержания
жителей Грузии, которые сегодня волей случая как пересекают так эту границу, административную границу, и которых сегодня в Цхинвале или в Абхазской, на абхазской территории задерживают, вот через эти горячие линии, через эти механизмы сегодня мы и отработаем. Поэтому я считаю, что это уже достигнутый результат, и этот результат работает. Другое то, что мы сегодня не рассматриваем вопрос деоккупации Грузии в Женевском формате, потому что оккупация Грузии свершилась и не в Женевском формате, она свершилась по вине Российской Федерации. И я думаю, что деоккупация Грузии должна рассматриваться не только на Женевской площадке, но и во всех международных инстанциях, которые сегодня существуют в мире. Это и площадка ООН, и другие площадки, где эти вопросы можно обязательно решать. Что и делает грузинское руководство в этом направлении. Поэтому ожидать того, что деоккупация Грузии свершится именно в рамках женевских дискуссий, это будет, конечно, сложно. И в данном случае наша делегация всегда говорит об этих вещах, говорит о том, что сегодня есть присутствие российских войск, незаконное присутствие российских войск на территории Грузии, и с которым нам надо работать. А какова, на ваш взгляд, роль России в этом процессе? Я сейчас имею в виду непосредственно процесс переговоров, то есть прислушиваются ли сопредседатели к мнению членов российской делегации? Ну, в женевских дискуссиях сегодня все равны по положению, которое было создано Женева, то я думаю, что и российские эксперты, и грузинские эксперты, и эксперты Евросоюза, и в том числе и наши эксперты, которые там работают по Абхазии и Южной Осетии, с обоих сторон, что из Грузии, что из самих этих регионов, то я думаю, что здесь роль одинаковая для всех. То есть здесь мы не можем голосовать, мы просто делаем то, что зафиксируем свое мнение. Поэтому в любом случае роль России в этом направлении для меня, по моим оценкам, огромная, потому что сегодня Россия диктует этим регионам свои права, и сегодня Россия диктует и Грузии, и Евросоюзу те моменты, в которых сегодня она не хочет с нами согласовать эти вопросы. И в частности, эти вопросы касаются того, чтобы сегодня присутствие международных наблюдателей было зафиксировано с обоих сторон, и присутствие представителей ОБСЕ или ООН в одном или другом случае, они должны находиться там. Сегодня Россия, конечно, это через устами тех же экспертов из Абхазии и Цхинвали, сегодня она блокирует. Тем более она сегодня не решает этот вопрос так, как надо его решать. Она решает его по-своему, это по-своему решение, это находится так. Так сказать, что сегодня они берут на себя ответственность своим присутствием, своими вооруженными силами и пограничными силами, которые находятся там, гарантировать, так сказать, спокойствие и мир в этих регионах. И также складывает, так сказать, обязательства международных наблюдателей, то есть контролировать эту сторону, но не общие эти регионы. Поэтому, естественно, роль России большая и огромная. Если бы захотела сегодня Россия решить вопросы Грузии, территориальные вопросы Грузии мирным путем, то она давно решила, эти регионы уже давно бы были в конституционном пространстве Грузии. Дмитрий Иванович, а насколько вообще выполняются решения, которые принимаются на женевских переговорах? Я имею в виду, например, решение, которое было принято по Дзонкарскому водохранилищу. Еще в октябре прошлого года была достигнута договоренность о том, что представители Цхинвали и Тбилиси совместно решат вопрос ее реабилитации. Но на деле этот вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки. Ну, я думаю, что здесь в этом вопросе по Дзонкарскому водохранилищу вопрос как таковой-то и сдвинулся с мертвой точки, потому что по моим данным, уже два раза эксперты ОБСЕ, непосредственно кто занимается такими вопросами, присутствовали. Они осмотрели это Дзонкарское водохранилище, они посмотрели, в каком стадии оно находится. Сегодня, как я знаю, готовность европейского сообщества профинансирования этого проекта есть. Естественно, представители ОБСЕ сегодня просят, чтобы их допустили, чтобы создать свой офис в Цхинвали, но в данном случае цхинвальские власти рассматривают этот вопрос с политической точки зрения, а не с экономической точки зрения. Поэтому вот этот вопрос, надеюсь, тоже будем обсуждать и будем дальше развивать эти события. И думаю, что самый главный вопрос не Дзонкарское водохранилище, самый главный вопрос то, чтобы те проекты, которые сегодня может реализовать Европейский Союз в этих зонах, да, они должны именно проходить по тем офисам, которые должны согласоваться с Тбилиси, а не по тем вопросам, которые должны согласоваться с Цхинвали или с Москвой.
Женевские переговоры существуют уже 3 года, однако ключевой вопрос процесса подписания соглашения о неприменении силы остается открытым. Россия настаивает на том, чтобы Тбилиси подписал договор с Хинвалью и Сухуми, а в Грузии заявляют, что соглашение будет оформлено исключительно с Москвой. Как стороной конфликта? В чем вы видите альтернативу? Я думаю, что альтернативы здесь как таковой нет. Есть единственное правильное и верное решение, которое избрало наше руководство, это устами президента Грузии и парламента Грузии и руководства Грузии о том, что сегодня Грузия не намерена решать конфликтные вопросы и территориальную целостность, восстановление своей территориальной целостности военным путем, и она всегда отказывается от применения силы по этому направлению. Она сегодня указывает на то, что в его, так в этих регионах, в Цхинвали и в Абхазии сегодня присутствуют иностранные вооруженные силы без согласования правительства Грузии. Естественно, нам сегодня в первую очередь надо решать этот вопрос. А то, что сегодня наше руководство не рассматривает вопрос военного присутствия, своего вмешательства по восстановлению конституционного закона вот по этим регионам, это уже факт. Поэтому, исходя даже из тех соглашений, которые были подписаны, августовских соглашений, сентябрьских Медведева, Саркази и Саакашвили, тоже ясно вытекает, что российская сторона сегодня не выполняет эти обязательства должным образом и в должной мере. И поэтому мы договорились о том, что международные эксперты, правовые эксперты международные, они нам в этой позиции вот этого соглашения разъяснят, и мы конкретно придем к определенному значению. Поэтому мы сегодня ожидаем это, и надеюсь, скоро это решение мы вынесем на всенародную, так сказать, информацию. Спасибо за ответы. Спасибо, Дмитрий Иванович. До свидания. Шестнадцатый раунд переговоров оказался, пожалуй, одним из самых сложных. Если раньше члены российской делегации давали грузинским коллегам хоть какой-то ответ, сейчас не было даже этого. Никакой реакции, тотальное отрицание фактов. Тактика, которой Россия решила придерживаться в Женеве. И тактика, которую вслед за Москвой повторили представители Сухуми и Цхинвали. Более того, на фоне последних событий Борис Чучев заявил, что цхинвальские власти, оказывается, открыли для граждан Грузии 5 пунктов беспрепятственного пересечения линии оккупации. Правда, представитель Эдуарда Кокойте на женевских переговорах не добавил того, что именно на этих пунктах русские солдаты задерживают граждан Грузии. Мы 5 пунктов открыли решением правительства, пункты пересечения, но грузинская сторона блокирует это решение. И я, пользуясь случаем, хочу сказать тем, которых это касается, что если у кого-то бывают проблемы в посещении, скажем, Лениногорского района или Синагурска, их грузинские спецслужбы не пропускают, то это не наша вина. У нас это прозрачно, никаких проблем. То есть, ну, у них есть большие проблемы. Мы знаем, у кого, говорит, нет, значит, имущества на территории, там недвижимое имущество, им не разрешают грузинские спецслужбы посещать. Так что это не наша проблема. Мы 5 пунктов открыли для них. Это Лениногорское направление, Арцевское направление, Синагурское направление, Карзманское направление и, по-моему, Переви. Это просто глупое заявление, и, по всей видимости, я хочу им просто напомнить, что творила Грузия на территории Южной Осетии до августа. В течение года 26 террористических актов. Если им нужны эти материалы, документы, когда они передавали бутылку вина, и там внизу 2-килограммовая взрывчатка закладывалась спецслужбами Грузии, когда они дарили шины от автомашины, и ту внутри с взрывчатками, они просто мерят своими мерками. Так что у нас на территории Южной Осетии, слава богу, сейчас полный порядок и спокойствие, так что они своими мерками, пусть они обратят внимание на то, что у них у самих происходит и как они там творят. Часть экспертов из-за столь деструктивной позиции Цхинвали и Сухуми и непоследовательности Москвы с самого начала переговоров в Женеве заявляли о формальности этого процесса. Однако сейчас даже самые скептически настроенные политологи признают, что отсутствие такой площадки в российско-грузинских отношениях ни к чему хорошему привести не может. Что может повлечь за собой срыв женевских переговоров? На этот вопрос в нашем эфире ответит директор Центра конфликтов и переговоров Георгий Хуцишвили. Добрый вечер, Батона Георгий. Так, женевский процесс спустя 3 года. Мы фактически оказались перед угрозой срыва переговоров. Если это все-таки произойдет, к чему это может привести?
Приветствую вас, Наталья. Я считаю, что к этому дело шло уже долгое время, и долгое время Женевский процесс находится на пороге срыва, настолько он неэффективный, настолько плохо осуществляется коммуникация между сторонами. Но в данном случае я мог бы сказать такую вещь, что объективно грузинская сторона более заинтересована в том, чтобы Женевский формат сохранился, чем российская сторона. Поэтому любую, значит, вот ситуацию, которая вот ведет к срыву переговоров, я думаю, что Москва использует, поскольку она реально не заинтересована в продолжении этого процесса. Но с другой стороны, значит, надо, значит, и учесть и то, что за все эти годы реальных результатов Женевского процесса было очень мало, поэтому очень легко, так сказать, фактически, значит, вот добиться того, чтобы этот процесс не продолжался и для того, чтобы он прекратил существование. Это было бы не в интересах, значит, нашей страны, если этот процесс прекратит существование. А заинтересована ли Россия в свертывании этих дискуссий? Я бы сказал, что Москва в свое время способствовала тому, чтобы как можно меньше международных форматов оставалось, где рассматривались бы грузино-осетинские, грузино-абхазские отношения и значит, вопросы, значит, связанные с конфликтом. Поскольку Москва способствовала тому, чтобы из Грузии вышла миссия наблюдателей ООН, чтобы из зоны конфликта вышла миссия ОБСЕ, и поэтому, значит, неудивительно будет, если Москва также будет заинтересована в том, чтобы прекратил Женевский формат. Поскольку это, значит, оставляет практически ситуацию без международного контроля. Потанас Георгий, какова, на ваш взгляд, в этом процессе роль посредников? Согласитесь, иногда они бывают довольно непринципиальны. Я бы сказал, что роль посредников здесь очень существенна. Но в то же самое время мы имеем дело с такими посредниками, как Соединенные Штаты Америки, как Евросоюз, которые они свою непосредственную какую-то заинтересованность, они, значит, в том, чтобы в том или ином направлении, значит, вот пошли переговоры, они не проявляют. Здесь все-таки главная, значит, вот задача – это непосредственных участников. Понимаем мы, что Женевские переговоры, они сформировались и развились в связи с последствиями пятидневной войны августа 2008 года. И поэтому, значит, основными сторонами, которые здесь участвуют, это грузинская и российская стороны. Они должны быть заинтересованы объективно в том, чтобы этот формат существовал. Но в силу диспропорции и в силу, значит, вот различия интересов в конфликте, российская сторона более заинтересована в том, чтобы этот формат прекратил существование, чем грузинская. Но она использует любую возможность, любую топку, поданную, так сказать, с грузинской стороны, для того, чтобы воспользоваться этим и фактически свести на нет существование Женевского формата. Россия просто ждет, Россия ждет удобного случая. Она не хочет показаться как инициатор, значит, прекращения Женевского формата. И мне кажется, что вот в данном случае как-то вот есть такая перспектива, что с грузинской стороны она может получить, так сказать, в этом отношении, значит, неожиданную помощь, чтобы грузинская сторона, которая постоянно говорит о неэффективности, бесполезности Женевского формата, чтобы, значит, она, значит, вот сама по какой-то причине, значит, поставила об этом вопрос. Тогда Россия в полной мере это использует ситуацию и уже, так сказать, свалив ответственность на грузинскую сторону, она, значит, выйдет из Женевского формата, Женевский формат просто прекратит существование. Я знаю, что это очень непопулярный вопрос, и, как правило, параллели в этих темах не проводят, но все-таки. В свое время процесс признания Косово начинался именно в Женеве. Я имею в виду ту же непринципиальность посредников. Могут ли они из-за России, например, со временем формально признать Абхазию и Южную Осетию? В конце концов, 20-30 лет для истории все равно, что 2-3 дня.
Мне кажется, что здесь это не в столь, не такой мере зависит от посредников, как от непосредственных участников. И если принять во внимание всю, значит, вот, предысторию женевских переговоров, я считаю, что очень мало существует даже в долгосрочной перспективе, значит, возможностей, чтобы именно вот те основные международные силы, которые в данном случае выступают посредниками, чтобы они с их стороны произошло признание Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств. Это противоречит вот тем установкам европейцев и американцев, что, значит, незабываемыми являются послевоенные, значит, те государственные границы, которые вот сформировались после Второй мировой войны. Косово рассматривается здесь как исключение из этого правила. Правда, это исключение, оно, значит, подрывает само правило, как правило. Но в то же самое время можно сказать, что в данном случае нет каких-то стратегических таких интересов, в данном случае заложено в этом процессе, как было в свое время заложено в процессе Косово. То есть существовала какая-то стратегическая заинтересованность Америки и затем уже Евросоюза, который, так сказать, затем уже пошел в этом же направлении, о том, чтобы признать Косово в качестве независимого государства, что, на мой взгляд, было абсолютно, так сказать, вот, не мотивировано объективными факторами. Но это произошло. В данном случае вот такой вот стратегической заинтересованности я не вижу. Спасибо, Батону Георгий, спасибо. Сегодня мы попытались представить вам взгляды сторон участников конфликта. Взгляды, как и следовало ожидать, прямо противоположны. Однако жизненно важны для тех людей, которые стоят за спинами политиков. И каких бы договоренностей достигали или не достигали политики, главное, чего они не должны забывать, то, что любое принятое или не принятое ими решение в первую очередь отражается на мирных жителях. Это был «Взгляд». До встречи в следующую пятницу.